Абхазские журналисты признаны членами международного профессионального сообщества и могут претендовать на получение международного удостоверения журналиста. О предыстории работы по вхождению в состав Международной федерации журналистов рассказал председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашык на встрече с президентом Асланом Джани. Федерация исполкома и лаперачи и шакана ребжирти, собственно, журналист Фаридгала, ри лабжирати Эйчкара, Алла Разухан, ри хмпеда, собственно, журналист Хамас Рахзакум, собственно, Хунткара, собственно, Вальглара, Зигирзухан, Вябжибзио Пасквиана год, хмпеда, Мушкала Хара, журналист Псазара Шапсахдзом, Якат Пуидзбету, Хабхека, Ари Натол Шарабха, Хампаде Рачо, Вишукс Ари Нуцахала, Апичебзия Хауй, Абриаз Цара Усанадо Алоз, Ютуб, Ростоте журналист Шаридгила, Анна Пхакара, Джиба, Шурачо, Ацхара Душхартес, Ярагиски, Яра Ичкара, принцип Абхабца Злахуала, Дарадзе, Язжумхау, журналист Зинко, Ихунткарат, журналист Ичкара, который отпала Курчу Шуруа, Ибзини, Тырцай, Хтагалазаша, журналист Шаридгала, Абхабца, Абсна, Амасат информация Харху Курзуха Закон, информация Юры Зухан Закон, абсна журналист Тагыла Зааша, Усбары, Айбыры, Хунткары, Рейза Казашика. Абри Халлари Начидана, абсна журналист Стазара, Акшамукш, Иго Стара, Курт Цара Мацараги, Хор, Ачок, Избанок, Закон Пцарагана Хилаги, Вальдларочки, Тагыла Зааша, Уяхшарат, Хайспхадзот. Глава государства отметил значимость этого события для всей страны, не только для профессионального сообщества. Желаю вам успехов. Это хорошая, очень хорошая новость. По-моему, в последнее время это лучшая новость за последние несколько месяцев. С 19 по 25 сентября в Сочи планируется проведение форума современной журналистики «Вся Россия-2020». Он станет заметным событием в политической и культурной жизни страны. Глава государства заявил о готовности посетить эту площадку и принять в Абхазии участников форума. Абхазию приняли в Международную федерацию журналистов 9 июля. Элеонора Гилаян, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ.